Надежда Малых почти 30 лет посвятила системе ЖКХ. Последние 6 лет трудится в управляющей компании ТРЭК. Говорит, есть с чем сравнивать. У предприятия в основном старый малоэтажный жилой фонд, который требует большого профессионализма от сотрудников. Главная черта коллег, считает Надежда Григорьевна, это отзывчивость. Люди очень сложные. Они были всегда сложные, каждый со своим характером, каждый со своими мыслями, требованиями. И стараемся как можем. Мне это нравится. На рынке услуг компания ТРЭК с 2003 года. Последние 6 лет ее директор Алексей Плотников. Благодаря грамотному руководству предприятие уверенно набирает обороты. ТРЭКу охотно доверяют многие жители Ангарска. Для сравнения, 5 лет назад компания обслуживала почти 70 домов. Сегодня более 115. Но сегодня Алексей Андреевич поздравляет всех учителей с профессиональным праздником. На протяжении всей жизни я сам учусь и люблю учиться. Для меня гранит науки постигать каждый день – это уже норма. И я преклоняюсь перед учителями, педагогами, которые вкладывают свою душу и все силы свои, чтобы научить, воспитать детей. Благодарен им за их доброту, наставление, заботу. Учитель – это не просто наставник, но и друг, которому доверяют. Благодаря талантливым педагогам из школы выпускаются одаренные ученики, которые находят свой путь в жизни, реализуются в профессии и достигают намеченных целей. Спасибо вам, учителя. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.